Каждый ваш лайк очень помогает нашему каналу. Спасибо большое. Вот и первым классом прилетел. Ни хрена себе, это супер круто. Я обычно третьим или четвертым летаю. Экономом. Экономом, точняк. Блин, чувак, я так тобой горжусь. Мы прямо с детства знали то, что ты пробьешься. Поздравляю, спасибо за все. Спасибо, я тобой тоже очень горжусь. Спасибо, чувак, да я просто свое дело делаю, да и усердно работаю над хорошо, всем. Что ну, ты знаешь. Да, ты чувствуй себя как дома. Садись, хватай чипсы. Можешь хоть что-нибудь выпить? Да, хочу воды. Тебе обычную, без газов? Да-да, как старые добрые. Точняк, точняк. О, блин. Все нормально? А, да телефон упал между подушек дивана. Пытаюсь вытащить. А, у меня так постоянно. Поглубже руку засунь, чувак. Глубже? Да, там чуть не по локоть надо, ты сунь. Чувак, я уже засунул. Там надо глубже, засунь поглубже в диван. Засунул, насколько мог. По-моему, я сам уже там. Мой был вообще внизу. Анвар, надо глубже сувать руку, чувак. Глубже сувать нужно. Нужно глубже. Где я? Привет! 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 Есть тут кто? Слава богу, простите, сэр, вы не видели мой телефон? Пожалуйста, сэр, присаживайтесь, у нас чудесный ужин для вас. Нет, я не голодный, мне нужен мой телефон. У нас сегодня для вас отличный ужин из трех блюд. Я скоро вернусь, сэр, с первым блюдом. Чё это нахрен за место? Сэр, в качестве вашего первого блюда прелестные сырные палочки из черствых читос и таблеткой аспирина. Но второе у вас мюсли с орешками, украшенные Доридос и кусочком чёрствой картошки фри. О, я знаю, это безумно аппетитно. Ваш десерт готов, сэр. А, десерт сейчас будет. Сой глубже. А, о, сэр, вас ждет особое угощение. Ваш сегодняшний десерт. Предварительно разжеванная мятная жвачка, украшенная американскими волосами. Очень редкими. Как называется этот ресторан? О, сэр, вы были в диван для крошка. Погоди, ты имеешь в виду то, что мы внутри дивана? Что ж, сэр, в данный момент мы между центральной щелью дивана. Что? Мне надо выбраться отсюда. Как это все оказалось внутри дивана? Эй! Йо! Кто тут? Слышь, у меня кое-что есть. Чё ты ищешь? У меня есть все, что тебе нужно. У меня есть все, чем можно управлять. Телек, магнитола, ВХС и DVD-проигрыватель. Вижу, захотел. Чувак, мне не нужны пульты. Я со своим другом тусовался, и у меня сюда телефон упал. Через подушку дивана, я не могу его найти. Ты мой телефон не видел? Телефон? Нет, но у меня есть универсальный пульт. Нет, чувак, мне не нужны пульты. Я пошел. Тебе, может, ключи нужны? У меня много ключей. Нет, бро, и ключи мне не нужны. Еще одна дверь. Нет, бро, и ключи мне не нужны. А, простите, вы тут случайно телефон не видели? Никаких телефонов. Только деньги. Эй, все нормально, чувак? Просто чтоб ты знал, левая часть дивана принадлежит мне. А, не-не-не, чувак, я не хочу проблем, я тебя очень уважаю, и я просто ищу свой телефон. Ты смотрел в своих карманах? Я смотрел в своих карманах. А ты еще раз проверь в карманах. Посмотри. Ну, давай. Видишь? В этом нет, уверен, он во втором. Окей. Он там. Да, он должен быть там. Ммм, 1942-го. Отправляйся в кошелек. Бро, это мой пенни! Был твой пенни, а стал мой. Да плевать, чувак, все забери. Эй, все деньги, что найдешь, мои! О, слава богу, Клифф! Эй, Клифф, это я! Клифф! Клифф! Черт! Это диван внутри дивана?
Плевать на телефон, я хочу выбраться отсюда. Анвар, надо глубже совать руку, чувак. Глубже совать нужно. Глубже совать. Он прав. Сувать глубже, сувать глубже. Глубже сувать нужно. Я сую! Я нащупал! Я его нашел! Эй, дружище! Есть кое-что вкусное. Есть немного жвачки. Будешь? Погодь. Я чё, диван? Да, братан, мы все диваны. Ты в порядке? Погодь. Я не человек? Не, люди же это просто объекты. Как ты можешь быть человеком? О, будь другом, поищи у него, пожалуйста, пульт в подмышке. Огонь, хочу посмотреть Дивана Болл. Они еще, конечно, в лучшей форме. Тем более, там будет Майкл Ди Варден играть. Обязательно ставьте лайк, если же за, и пишите комментарии, как вы попадали в собственный диван, и что там происходило. А перевел и озвучил виски. Ага.